Где и с кем встречать Рождество? Для Александра Чеменева ответ очевиден. Третий год подряд он вместе с семьей приходит на праздник, что устраивают в родном микрорайоне Владимирский. Рядом близкие, соседи, друзья, да и просто знакомые. Здесь всегда душевно, говорит мужчина. Праздник отлично, очень важно такие мероприятия проводить. Это, так сказать, воодушевляет народ, объединяет. Для детей развлекательная программа, для родителей концерт. Свое творчество дарят лучшие музыкальные и танцевальные коллективы города. Особенно тепло владимирцы встречали шоу-группу «Россияне». Вместе с владимирцами Рождество встречает депутат Пермской городской думы Юрий Уткин. По словам народного избранника, чем больше традиций, тем лучше. Общие дела, как и праздники, объединяют. Каждая семья, а это семейный все-таки праздник, это не только лишь близкие родственники, это не только лишь те, которые вас окружают, тех, с кем вы живете, но это и та семья, которая помогает делать очень много добрых дел. Светлый праздник – это еще и повод сказать спасибо тем, кто проявил себя в 2015 году. Наградили самых активных жителей, руководителей ТСЖ. Большую совместную работу провели по включению микрорайона в отопительный сезон. Искренне вам спасибо за то, что мы в этом году слаженно отработали и практически до последней батареи достигли того, что в каждой квартире теперь тепло. Тепло было и на празднике, ведь с таким настроением мороза нипочем. Владимирцы подпевали и танцевали, прощаясь со всем плохим, что было в прошлом году, и желая друг другу в наступившем только хороших новостей. Руслан Пепеляев, Олег Мясников, телекомпания «Ветта».